Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и сегодня я хочу вам показать хороший вариант 2+1 в новостройке, который был сдан к концу 2023 года. Где-то год проекту. Прямо в центре Махмутлара, около башни часов, около субботнего рынка. В хорошей локации, по хорошей цене. Огромный бассейн, есть инфраструктура, айдат в этом комплексе 1300 лир. Зона барбекю, фитнес, сауна, хамам. Сейчас покажу. Вот это зона барбекю. Еще одна часть. В квартире никто не жил. Есть генератор, парковочные места для велосипедов, мотоциклов. Качество новостройщика, два лифта. Итак, открытая парковка у нас снаружи. Видеонаблюдение. Вот открытая парковка снаружи. И слева, с правых сторон, где будет свободное место, можете остановить машину свою. Короче, я спустился на этаж минус один. Тут у нас фитнес. Тут массажная комната, вроде есть массажный стол, но пока не сдали в использование. Ну так можно прийти и использовать стол, массажиста вызвать. Тут хамам турецкий. Сауна. Все работает. Вот. Большая сауна. Ну и здесь санузлы. Также вторая массажная комната здесь. В правой стороне. Поднимемся в квартиру. Два лифта. Итак, на этаже 6 квартир. Прихожая. Встроенный шкаф. С правой стороны дополнительная спальня, детская, скажем. Термопакет окна. Здесь полезная площадь где-то 9,5-10 квадратных метров. 10. Два санузла. Первый санузел. Полноценных два санузла с душевыми кабинками. До гостиной, сюда вернусь. 12,5 квадратных метров полезная площадь. Это родительская спальня. Высокие потолки 285-290 сантиметров. Французский балкон. И
Здесь гостиная. Квадратных метров в квартире вместе с балконом где-то 85 полностью. Гостиная где-то 20 квадратных метров полезная площадь. Балкон где-то 6-7 квадратных метров полезная площадь. Застеклить будет тоже как бы комнатка. Вот здесь сосед застеклил. Вид у вас не закроется. Там за этим зданием башня часов Махмутлара. В этой стороне субботний рынок. И рядом вся инфраструктура для жизни, рестораны, маркеты. И сторона это юго-западная, а также спальня западная и другая спальня восточная. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 117 тысяч евро. Цена была 130, спустилась на 117. Ожидается ипотечный кредит льготный для граждан Турции, наверное. Это уже считается дном. А так решать вам, кто хочет инвестировать. Очень хороший вариант, в хорошей локации. Стороны хорошие, два санузла есть, две спальни. За хорошую цену. С вами был Агаси, Солнечный Лайнер, район Махмутлар. Кого интересуют другие варианты, у меня цены от 60 тысяч евро и выше. Обращайтесь, поможем, чем сможем. Всем пока-пока.